Друзья, добрый день! Я Ольга Кашина. Вы на моем канале Магнитика. Вот смотрите, я возле Walmart'а. Поразила меня такая вещь. Раз, два, три. Опа! А как вам эти питунчики? Красавицы? Угу. Симпатично, правда? Удивительные. Такие мы уже видели с вами, да? Привыкшие. Да. А вот эти, да? Если навсего-навсего. 6,88. Интересные. Нравятся. Купила бы себе и посадила. Но мне не надо. У меня выросли свои красивые. Из семян доллар 3. Ну, такие необыкновенные, интересные квяты. Такие я не видела. Нежные. Вот эти такие красивые. А вот смотрите, оранжевые. Прям как мандаринки. Люблю цветочки снимать. Очень мне нравится. Прям настоящий релакс. А это ж турецкая гвоздичка. Тоже очень недорогая, но очень радует глаз. Симпатичная. Петушочки наши любимые. Тоже недорогие. По 5 долларов. Вот такие вот вазончики. Не знаю, почему-то вот этих круглых вазон, самый обычный, пластмассовый, но всегда они дорогие. Может, из-за того, что тут типа композиция. Несколько, видите, разных. Ну, так симпатично. Ну, все, друзья. Давайте я вам еще сниму гору нашу, Рейнир. Сегодня видно хорошо. Вот, смотрите. Ну, ведем. Опа! Вот она, красавица. От этого места где-то километров 60 она находится. Вся в снегу. Ну, вот так, друзья. Живу в такой красоте. Американские тети, дяди вам немножко сниму. Вот видите, как они одеваются, тети, дяди, американские. Все. Пока-пока. До новых встреч. Всего самого наилучшего вам. Пока.